В маленьком поселке Ивановской области состоялся конгресс свидетелей Иеговы. В деревню Ушаковка приехало более 2000 последователей этой религиозной организации из Ивановской, Ленинградской и Московской областей. Тема нынешнего конгресса – «Береги свое сердце». Среди участников сбора были не только пожилые люди, но и семьи с детьми, подростки, молодые женщины. Все свидетели Иеговы мы собрались сегодня на конгресс свидетелей Иеговы. Ежегодный областной конгресс, как был и в том году, как будет и в следующем, если будет возможность. Вот, где собираются свидетели с разных областей для того, чтобы обучаться, вместе прославлять Бога. И, может быть, тоже очень важная деталь, что мы собираемся здесь со своими детьми, со своими друзьями, для того, чтобы вместе разделить радость общения на духовные темы. Организаторы мероприятия, управляющий центр свидетелей Иеговы в России, постарались предусмотреть практически все. На частной территории были разбиты шатры, поставлен пункт медицинской помощи и установлены биотуалеты. Любой желающий также мог принять обряд крещения. На данный момент наше мероприятие, оно подпадает под юридический закон о богослужениях. И эта ежегодная практика, она подтверждена различными инстанциями, судебными решениями, и в том числе управленческий центр свидетелей Иеговы, который организует эти мероприятия, он имеет на это все полномочия. Это место, это частная территория, и один из людей предоставил ее, и мы вот любезно пользуемся его гостеприимством. А местные жители, они не против, то есть уже несколько, по-моему, 3 года собираемся, они не против. Неподалеку от собрания иеговистов служители православной церкви проводили обряд богослужения, освящали воду и землю в надежде образумить хотя бы небольшую часть паствы. Мы видим наших сограждан, русских людей в тисках тоталитарной секты. И нас это, естественно, очень беспокоит и волнует, и, так сказать, рвет наше сердце. И мы приходим сюда ради молитвы, ради общей молитвы об избавлении и этих людей, и всей нашей страны, и нашей области, нашей епархии от тоталитарной заразы. Несмотря на то, что и богослужение, и собрание религиозной общины никак не пересекались, обстановка была более чем напряженная. Вызвать на разговоры рядовых членов организации очень непросто. И вы тоже, между прочим. Это наши люди. Это люди, прежде всего. Это люди, за которых Господь принес смерть на кресте, принял смерть на кресте. Мы не можем относиться к ним как к врагам. Это запрещено. Это исключено, скорее. Это не то, что запрещено. Это исключено. Но мы обязаны относиться к их лжеучению, к их обману, как таковому, и доносить до окружающих людей вот этот вот страшный бред и страшную опасность, угрозу тоталитарных сект. По мнению представителей традиционных конфессий и ряда исследователей, свидетели Иеговы – это тоталитарная псевдохристианская секта. В Ивановской области число сторонников этой организации превышает 1500 человек. Деятельность иеговистов запрещена в 30 странах, а книга «Приближайся к Иегове» включена в федеральный список экстремистских материалов. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.